Друзья, привет! Мне сказали, как можно коротко сформулировать, что такое метод ключ. Самое короткое – ключ подобен алкоголю. Все зависит от дозы. Есть 50 грамм для храбрости, есть бутылка, условно говоря, для выхода на безмятежность. Это для того, чтобы снимать нервно-мышечные зажимы, как артист перед выступлением 50 грамм. Короткие приемы, а более долгое, подобранное для себя в моменте, адаптация к текущему состоянию, пристройка так называемая. Для того, чтобы в нуле, в безмятежности восстанавливаться и переходить в поток. Переходить в поток, решать проблемы, ранее нерешаемые. Короче, все зависит от дозы. Поэтому самая короткая формулировка, что такое ключ, это аналог алкоголя, только без всякой химии, а с помощью приемов и упражнений по новому в мире принципу. Принципу подбора, путем перебора, действия, которое хочется продолжать. До встречи, друзья!